Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, мы продолжаем проходить Blood West, релизную версию, и это, она вот две серии, когда пока из игры не выходила, она записывалась как, ну, как игра, и значок Феписа был, и все такое, а сейчас она опять как рабочий стол. Я не знаю, это просто странно. У нас осталось сходить на кладбище, поссать со стены, как говорится, ну, с конца карты, и все. Почему-то не лететь. Ну, патронов, конечно, в этом револьвере меньше, чем в... Да, нет. Чем, собственно, в винтовке, но какое-то время с ним походит. В принципе, наверное. Еще посмотрим, что как. Но, наверное, мы в этой серии закончим с первой главой. Катату. 2 динамита, 4 динамита. 4 динамита — это фактически 4 мертвых Виндигана. Но здесь, по-моему, 5, если я ничего не путаю. Извините за спойлеры. Один, больше никого нет. Бля, красавец такой. Прям нравится мне Виндиган. Виндиган хороший. Не, подожди, ты что взял-то? Пара-пара-пам. Ты хуйлёк. Ля, ну ты даешь, конечно, да. Амба, ты дал, ну ты дал. И. Так. Вещь. Опять же, сейчас прям каждый... Короче, это индийское кладбище, которое там кто-то осквернил. Ёб твою мать. Извините. Короче, прям совсем, опять же, сейчас досконально все обшаривать мы не будем. Призраки пусть летают. Это пипец. Подавиться слюнями. Это всегда самое эпичное, подавиться, блядь, слюнями. Там, я помню, у нас осталось еще место, где пара виндиганов гуляла. Ну, опять же, идти туда просто, чтобы их убить. Во второй серии, по-моему, когда я ходил, где у меня кончились всякие тяжелые вооружения, и поэтому я такой, а, пошло все в пизду. То есть, в принципе, видишь, пока ты особо не агришься на них, они тоже не идут. Просто сейчас начать стрелять, они... Бля, это серьезно? Как это можно было? Я бы сейчас и обычными точно так же не стрелял. Самое главное, тут на трупе-то есть что, нет? А то я что-то стараюсь туда запрыгнуть, да, пизду.
кажется, там нет нихера. Wicked. А, я, возможно, сейчас. Я, возможно, сейчас скажу странное. Че? А где? А, вот. Таинственный скальп. Скальп какого-то бедолаги. На изнанке видны странные знаки непонятного происхождения. Никто не знает, не станет здравого ума хранить такое при себе, хотя запах крови как будто приятен. Добавляет 30% здоровья, но продлевает кровотечение 25%, повышает шанс кровотечения 25%. Что, я монету не взял? Ебла. Ебла. Я монету не взял. Так, ладно, пизду. Хороший радиус, кстати говоря. Ладно, не буду сейчас уже ебать мозги. Хрен с ним. Не взял, так не взял. Ну вообще, конечно, не. Александр Евгеньевич, не. Значит, что у нас тут это все сортировать? Аптечки, эти, перышки, обычный пирож, да? Обычный пирож с летуна. Так, мне дальше. По-моему, да? Там прям такой какой-то алтарь будет. Вот кладбище прям тоже красивая локация, прям классная, мне нравится. Ебать! А нахуя я это сделаю? Я это к чему задал вопрос, у меня же сердце Виндигана стоит. То есть пока ты вот идешь, грубо говоря, в низкой стойке и не стреляешь, они как-то им, в принципе, похуй. It's never enough. Блин, я даже не знаю. А, это ж пистолет, он дополнительный урон по этим чувакам. Ну-ка. Я забыл, блядь, серебро. Можно же обычными пулями, он наносит повышенный урон. Не знаю, может что-то тут есть, но я что-то не хочу рисковать. Сейчас пизданешься отсюда насмерть. То есть, если там есть какая-нибудь нитка тоже. А, вот уже. Нет, нитки нету, ну ладно. Золотой декоративный кинжал. Вычурный золотой кинжал вряд ли кто-нибудь когда-либо пользовался в бою. Золото слишком мягкий металл. Хотя некоторые части тела проткнуть он все-таки может. Но это чисто ритуалы какие-то, да. Блядские паскудские ритуалы. Так, ну тогда я туда не пойду. Нихуя мне надо. Чисто тратить свои боеприпасы и прочее, только чтобы... Кстати, где я по карте? Да. Чисто для того, чтобы что? Если бы за это деньги еще получал. Там Виндиган, и там, по-моему, еще Виндиган тоже. Сейчас, подожди, вот. На этого заберемся. А он еще тоже, по-моему. Never enough. Хорош, давай. Чё? С
посмотреть на краю карты, то обязательно же надо. Друзья, ну по-моему. Ну-ка. А, перезаряжайте быстрее, дополнительно 5 опыта. И вон духом, да. А скорость в стелсе это с ножом увеличивается. Ну, пока место есть. Whatever gets the job done. Вот тоже было какое-то поселение, люди что-то сидели, тусили. Пришли индейцы, всех убили. Can't shoot with rocks. Рифма, хуифма. Ну, собственно, край карты. Мы сейчас его еще с другого. Can't say no to such a curiosity. Но мы его с другой стороны сейчас еще раз глядим. Он и диган ходит. Ну и пусть ходит. Опять же, повторюсь, ну вот хоть за 11 минут нормально. То есть я-то думал, что я сейчас буду там полгода все это обследовать. А потом еще босса типа убивать. Но... Надеюсь, они катсцену не только начальную сделали, еще и будет катсцена, как он отсюда попал во вторую локацию. Вот, собственно, все. Так, думаешь, тут что-то... Как вы думаете, есть тут что-нибудь или нет? Место у меня до хера еще. Вот этого товарища точно надо угомонить. И даже двое тут. Окей. Трое! Мать моя. Вот это, во-первых, кандидат. Четверо, ебать. Пацаны, чего так дохуя? Значит, по-любому что-то тут есть. Бля, ну как-то сиди вовремя. Ёбич, если не пипец. Скопление врагов-то коктейльчики прям очень хороши. Плюс опять же ачивка за. Так, разрядить. А, подожди, я не подобрал, что ли? Пара-пам. Так, наоборот делать. В принципе, да, всегда можно доходить до того, что он начинает перезаряжаться, и тогда его уже и... Ну, зато, видите, патронов нет в пистолете. И, по-моему, да, сколько он сделал выстрелов, столько у него патронов в пистолете потом и будет. Он может с полной быть. О, еще раз.
Ну, не сказать, что они здесь прям охраняли что-то. Ну, возможно, вот тут еще. Но чуть-чуть лута есть. Больше денег... Блядь, жалко, конечно, все. Все, что вот это я сейчас делаю, оно все бесплатно получается. Хотя я мог кишевц этого поиметь вообще-то. Серьезно, тут нихера нет? My new favorite thing. Хотя бы одна эта штука, ладно. Так, а тут что? No. Bullets, arrows, need them all. Right on the mark. И вот, ну как можно промахнуться вот тут? Here's some friendly advice. Don't get back up. Хватит этих приключений бесплатных, за которые никто мне ничего не заплатит и прочее. Надо идти сбагривать то, что у нас есть, брать монету с собой, идти еще за одним сокровищем. Какой-то одинокий чувак такой. Приунывший, я бы даже сказал. Disgusting filth! Я не помню, я умирал уже с тех пор, как вот здесь был. Или за все это время я обошелся без этого, без смертей. Сейчас узнаем, кстати, вот так вот сделаем. Судя по всему, умирал. Блять, перекати пули. Это прям настолько качественно и в тему выкатилось сейчас, что прям аж... Я хожу, уж думаю, что враги какие появятся. Вдруг всякое бывает. Так, еще раз, монетки у меня нет, да. Сначала продаем, потом забираем монеты. I may be going insane. I could swear I heard a whisper coming from the old church. Да, там не только. Там чего только нет. Забирай два сердца. Да, вот они, по-моему, каждый по одному были. Так, забирай. Забирай, забирай, забирай. Да и это забирай, я не буду ничего с ним делать. Ну, это я не могу, это я хочу оставить. Так, открыть. Есть что? Нет, ничего. Подождите. I may be going insane. А, ну, 251, да, это ни о чем, согласен. В принципе, покупать мне нечего. А, окей. Сортировать. Ага, это сюда. Это сюда. Это сюда. Штуку Джиму. Да надо, надо. Но Джим перебьется. Так, а там я спусти... Да, там могу. Окей, пошли туда. Выполняю дня режим, Джим. Так, все, монетка при мне. Теперь заново можно гасить всех направо и налево. Мужик, ну ты понимаешь, не убить тебя, это прям просто... Блять, все-таки ударил один, смотри, паскуд какой. Я хуй знает, у меня с этим артефактом, наоборот, ни разу не было кровотечения. Хотя обычно они лапой только ударят, сразу кровотечение начинается. Не знаю, чем оно должно, по идее, делать мне хуже, но, по-моему, я только вылечил это проклятие. Так что спасибо ему большое. Еп, аккуратно. Бля, подлечиться что ли? Даже не знаю. Три аптечки. Ладно, давай подлечимся. Сейчас фактически на эту... На смертельно опасное задание. Так, в пещерах там есть топор какой-то пиздатый. Я не помню, что он это. Сходить, забрать, не забрать. Он, в принципе, просто нахер не нужен.
Можно, конечно, ходить чисто забрать ради того, что... Но, опять же, можете посмотреть, я уникальные оружки все старался добывал. Здесь, в этой части точно, поэтому... Короче, там в этот, он какой-то... Я даже не помню, что он делает, если честно. Я помню, что он был. Есть. Ну и чё? My sight. Так. Просто тут как раз есть еще один проклятый предмет. Сейчас их 6 всего, а не 5. Уже как раз 5. Получается 6. Кстати, где-то там, вот, по-моему, если зайти там в пещерах, где-то Виндиган еще один есть. Ну... А, ну вот. Я же не знаю, убивать его, не убивать. Опять же, все ебеня пещерные я не очень хочу. Я не очень. Да, я не очень хочу идти. Но. Уж здешний-то проверим. What this? Кстати, сейчас мы его и жахнем. Друзья, можем его сразу? Нельзя. Они до этого были наоборот. Может, просто урона больше наносилось? Возможно. Но значок кровотечения появлялся, стал сильно реже с этим проклятием. Сейчас будет смешно, если реально назад все вернется, как было. Что у нас обычно? Ладно, одну пускай. Так, что мне по динамиту? Подожди, один. А в сумке есть еще? В сумке еще я его достану сразу, еще один. Не буду я убивать этого Виндигана, потому что мне сейчас динамит понадобится. Так, обычный револьвер, да. Да. Ап. Звезда шерифа. Звезда последнего шерифа этого города. Гладкое золото, ни пятнышко, ни пылинки. Как раз он уходит. Я хочу посмотреть, там что-то он лежит. После этого текаем отсюда. Повторюсь, собирать абсолютно... А, это просто цветок, блядь. Собирать абсолютно все. Нету никакого смысла сейчас. Даже не то, что смысл, особого желания. Вот, вот серебро можно собрать. Потому что просто я уже все это видел. Так, зеленый змей. Микстура с отвратительным запахом, но достаточно мощным эффектом. На короткое время избавляет от боли. Полная устойчивость к физическим атакам. Ну, но только на 15 секунд. Вы получаете на 350% больше урона при личных атаках в течение 15 секунд. Ну, такая, честно говоря, херота. Опять же, для коллекции, наверное, я ее оставлю. I'll need that. Заряженный, зарядить. Да, музыка-то не забывай, ты включайся, нагоняй атмосферу, а то что ты это. Валим туда. Там пацаны наверху, но я их не буду беспокоить.
Опять же, я там ходил. Я понимаю, что их можно, конечно, всех убить, и все это будет по большому счету даже не бесполезно, потому что лут. Но типа нахер надо. What do you mean I can't hold all of these? Ah. Бля. Ну, значит, уникальное оружие мы возьмем прямо перед битвой с боссом. И это... Прямо перед битвой с боссом мы его возьмем. Убьем босса и просто перенесем сразу в следующую локацию. Да. То есть на самом деле, я вот много из этого, учитывая, что они по одному были, то есть не было у них трех степеней, я их прокачивал. То есть здесь все лазать, все собирать, всех врагов убивать и так далее. Здесь можно очень хорошо подняться. Просто повторюсь, я эту локацию уже столько раз излазывал. То есть вот вторую, наверное, сейчас я буду повнимательнее чистить. Потому что я проходил всего один раз. И не все там даже находил. Писали потом в комментариях, где что есть. Вот. А вот эту в очередной раз прям сверху донизу чистить мне уже просто... Ну не прям... Я сейчас думал, как, что выйдет третья глава, и когда-нибудь потом, может быть, будет релизная версия. Поэтому я думаю, блядь, теперь мне придется, чтобы дойти до третьей главы, потому что там нету сохранения такого. Надо будет раз, два, значит, первые две опять перепройти. Вот, а они сразу в релиз свой выпустили. И это здорово. Так, значит, это мы пока вот сюда кладем. И... Здесь же нет ничего уникального, чего я хотел выложить. Вот эта херня есть такой просто для коллекции, у меня еще нет, остальное все можно дать. Так, и keep your eyes out. Once I saw a moving bush. I blinked and squinted my eyes, and it wasn't a bush. I didn't dare to wait for it to see me, so I ran. Чувак, ты вот у тебя какой-то алкоголь тут крепкий, ты бы с ним завязывал. Не ходячий. Пипец. Так. Бля, патронов, конечно, я ебал. Пиздец. Эй, блядь. Так, ладно, покупать у тебя смысл. Ну вот динамит, давай, хорошо, динамит я у тебя возьму. Все, все остальное нахер. Так, это сюда, поехали. Тем же путем, тем же этим все. То есть, получается, в основных локациях мы везде все были. Вот везде были. На ферме, на захоронении, в городе, в шахте. Ну, вот здесь вот по шахтам я не побегал. Ну, потому что, во-первых, шахты это все-таки не настолько интересно, как всякие такие строения вот и прочее. Вот. Это во-первых. А во-вторых, потому что я уже повторяюсь 100-500 раз, что я типа это... Много-много раз тут был. Поэтому шахты уж извините. Шахты, пещеры. Блять, я долбоёб. Я робот-долбоёб. Gold always breeds greed and attracts evil. Я нашёл какую-то странную золотую штуковину. Repulsive, isn't it? This gilded cauldron reeks of human meat. You can imagine the horrors it witnessed. What you probably can't imagine is that it was made by a very proud human being who believed he can make everything out of everything. So he made himself a cauldron that, in time, turned out to be his most comforting belonging. The little golden carvings and details, he added them as he descended into madness before finally cooking human meat in it. Кстати, озвучено прям отлично. Так, нашел еще такую странную золотую штуковину. The place you found this, do you know what it actually is? An ancient and sacred to natives burial ground.
As it seems, chasing them away was not enough for some people, like the owner of this dagger. He despised life in general, and sought ways to make his murders more and more blasphemous. It was not enough to kill on an altar of the old church, so he started killing people on the Indian burial site. And one day, the thought came to his mind that his remains would ultimately stain the once sacred ground. Thus he died by his own dagger. May his name remain forgotten. Ishun. This badge belonged to the last sheriff of this little town. He was as brave as he was oblivious to the real danger. His beliefs in justice and law allowed him to resist the curse for longer than almost anybody else, and yet he fell into the spiraling depths of paranoia. Everybody was a suspect. Everyone could be plotting something evil behind his back. He died fighting cultists he followed into a canyon, not seeing the evil right under his nose. Там так предложение такое километровое, витиеватое, специально красиво написано. Он подозревал всех до единого в тайном сговоре. Все, That's the last first item tied to the evil that has spread across this land. You did well, mortal. And we appreciate your efforts. Here, something for you. Ah, one more thing. When you go to face the evil, look out for tormented spirits. Their cries will lead you to a secret passage. In the tunnel, seek left every time. Once you've found the roots of the evil, seek and destroy its seeds. Reap the bloody harvest, and the curse will be lifted for good. То есть, что-то не... Помимо босса было, заходишь к боссу и босс. А здесь, видимо, какие-то добавили... Сейчас, сейчас посмотрим все эти. Еще звезду шерифа-то закопал. Готов встретиться лицом к лицу с великим злом этой земли. Ты ничего не говоришь про это? Ну, а, так, мне дали курительную трубку. Трубка мира. Драгоценная курительная трубка ручной работы с помощью волшебного с мощными волшебными свойствами. Призрачные атаки врагов промахиваются с вероятностью 50%. Это при битве вот с этим боссом, это очень нужная хрень. Мы, соответственно, ее поставим обязательно, когда дойдем, собственно, до босса. А, так, теперь... Эх, только на один уровень хватило. Ну ладно. Что добить? Человека-невидимку... Пригодится потом. Или грузчика. Дайте ему вот этот вот уже... Да это... Остального пока хватает. Так, сейчас. Револьвер. Этот. Давай на всякий пожарный все-таки. А, у меня там есть. Брать, не брать. А, вот что я хотел. Всем дурак. Во! Я хотел в босса пострелять из этой винтовки. Ну, там до сих пор кошачья удача, кстати, активна. И между прочим, Я, пожалуй, не буду этому мужику монетку отдавать. Мужик, ты уж меня извини. Я тебе кучу лута привез. Ты на нем безумно разбогатеешь. Так что... Че? Казалось, какой-то враг живой. Поэтому монетку я тебе не отдам. Вот, казалось бы, тоже вроде так все простенько нарисовано, все простенько сделано. Бля, игра прямо охуительная. Охуительная. Опять же, к тем пацанам не пойдем. Ну их.
Сколько патронов? Ну-ка. А, 5, да, 5. Ожидаем, мы сразу эту пушку зарядим, чтобы... Во. Чтобы она хранилась уже заряженная, то мало ли чего. Может, Виндигана попробовать, кстати. Ну, естественно, здесь будет Виндиган перед боссом. А можно попробовать Виндигана, в принципе, из нее вальнуть. Я даже не знаю, получится, не получится. Ну, в смысле, убьет его один выстрел или нет. Потому что, по идее, должен. Должен. You gotta stay dead, pal. Да, иди сюда. Главное, в голову, вот это достижение. Сложно было бы этому призраку попасть куда-то еще. Я, честно говоря, не рассчитывал, что Виндиган на это тоже... Как сказать, ну вы поняли. Так, все, серьезно? Все такие позы какие-то смешные падают. Короче, это получается, я попал, потратил, точнее, одну уже эту, так что все, винтовочку больше не тратим. Возможно, Виндиган бы сейчас отъехал уже от одной, там, не знаю, пули чего-нибудь. Потому что я в него зарядил из крупнокалиберной винтовки, но... То не зурки, что пипец, то прям я не знаю. Right on the mark. Молчи. Грусть, молчи. Так.
Палка отшельника. Редкий образец искусного мастера. Принадлежал смельчаку, который глядел злу в лицо. Пахнет деревом и муравьиной кислотой. Среди мародеров ходит легенда, что прежний владелец палки по-прежнему живет в таинственных землях, полных рек и повелевает целой армией гоблинов. Устойчивость к кислоте плюс 20%. Рукопашные атаки врагов промахиваются вероятностью 10%. Вы получаете 30% меньше урона в течение 5 секунд от врагов, которых попали из этого оружия. Ну, то есть, в целом, она ничего такая. Так, что мне, в принципе, не особо нужно сейчас? Выносливость, наверное, уже, да? Восстановление. Давайте мы трубку вместо выносливости поставим. И поехали. Так, поворачивайся налево и прислушиваться к... Whatever gets the job done. Блин, такие скелеты прикольные. У меня развилка, как всегда, налево. А почему направо нельзя? Я хочу направо сходить. Тут вот он лежит. Эти видеоподсказки, чтобы не заблудиться здесь, но... Ну, когда я играл, здесь заблудиться было практически невозможно. То есть здесь... Ну, в смысле, я играл. В смысле, первый раз, когда играл. Здесь было все предельно... Очевидно, что, куда и зачем. Поэтому я даже не знаю. Бля, я даже не знаю. Собирать все это, не собирать. Ну, с другой стороны, у меня тут столб есть. Little guys for big jobs. Лут еще остался. It's never enough. Каким-то голосам, говорит, прислушивайся, они тебе помогут. Там по паутине можно было проползти. Ну? Коктейлями я вообще очень редко пользуюсь. Alas, it's never enough. Если так снаряжаю, то прям пиздец. Не то чтобы на деле все слишком просто, но, блядь. Какие голоса, к которым прислушался? О, по-моему, уже вход к боссу. Че это? По идее, боже, сосредоточение зла, так что, наверное, от него такой эффект должен быть. И, по-моему, здесь в этой пещере нет врагов, да? Да, вот оно, дерево. Здравствуй, дерево! Падла, по-моему, мне туда надо. Так, сейчас, я просто вспоминаю, смотрю вот туда, подожди. Короче, я помню, что там можно на что-то запрыгнуть и... По-моему, вот туда. Какая-то железная тележка была. Ну, поехали, хули, нет, чё. Ой, а чё это? Я когда там то ли музыку писал, то ли что-то еще, я это нашел и думаю, ёп, ты понял. Это все разламывается. Может, вылезает что-то.
не вылезешь просто, да? Ладно. Righteous death. Знаешь, буду обычным фигачить. Эй, зарядись, ты мразь. Вот этого не было. Босс был очень простой. I crave violence. Босс был прям очень простой. Так, тогда нам каким образом надо поступить? Эта пушка, в принципе, хер бы с ней. Она сейчас нам погоды вообще не сделает. Соответственно. Ну пусть в инвентаре лежит, бог с ним. Это все продадим. Выложить. Блять, сортировать. Выложить и где-то патроны от него выложить. А теперь мы берем вот эту нашу винтовочку хорошую сюда. И с ней, то есть здесь мы заряжаем огненные патроны. То есть если есть еще, мы еще купим. When I'm done with this... А у тебя нет угольных патронов, да? Это жалко, конечно, 4 хотя бы, ладно, будет. Продать. Разделить. Дурачок, нет? Одно продать. Все. Сортировать. Тебе ничего нельзя толкового, значит, что мне нужно. Секунду назад. Все, значит, раз. Черт. Да. Блять, серьезно. Я чуть нихуя не понял, сейчас секунду. There is something. А че я револьвер не продал? Зачем? Зачем я их оставил? Бля, бред какой-то. А, бо-бо-бо-бом. На самом деле можно из этого у меня мысли спутались. Винтовка-то она вроде довольно мощная, поэтому только сказать, что за херня туда-сюда, а потом сказать, я же помер. Бля, опять 50 минут прошло, да как ты это делаешь, игра? Ну, в общем, там место в любом случае хорошее, потому что там корни меня хотя бы не достают.
Вот. Но во всем остальном, видите, они сделали, что она подкрепление вызывает в виде виндиганов. Этого раньше не было. Да заебал. Этого раньше не было. Че, два склизких только? Окей, еще раз. Ой, а? Я, честно говоря, не особо видел, куда здесь можно еще сходить, чтобы заблудиться, поэтому никакие голоса меня здесь не преследовали, так что. Ну, ничего не подсказывали. Скорость примерно на этаж, окей. Ну давайте попробуем. Ладно, пока. Right. Let's stretch those dead legs. Блять, это прямо интересно. Да блять. А как лучше тогда делать? Потому что что-то не то, мне не это не особо нравится. Ну понятно, что стоять на месте, короче, не вариант. Ща. 122 бакса. Полный источник к физическим атакам на 15. Это снимает эти. Это стелс. Выносливость и восстановление выносливости. Тоже, ну, в принципе, это нахер. А вот это что такое у нас? Увеличит урон оружием ближнего боя от золота противникам. You're back. Так, забираю вот этот зуб один. Да, и купить-то у тебя нечего. В аптечку я возьму, хорошо. Да, динамит возьму, похуй. На самом деле, можно вот эти... А, сейчас не буду 600, не хватит. Патроны только такие. Ладно. Ладно. Так. Блять, не разделить. Открыть как-то. Ага, сюда. Так. Так. Во, здесь у меня есть все-таки побольше. И пойдем так.
Короче, тут уже, я думал, так вот, я молодец, я нашел такое место. Охуительное. Да, ёб твою мать, 4. Да 4-то. Да, я думал, что я нашел очень охуительное место, и теперь сейчас я как раз, как начну разносить всех там. Его понерфили. Ну ладно. Так, вон боеприпас. Хотя ладно, сейчас заберем место. Есть. Его понерфили. Значит, теперь получается придется прям бегать. У меня выносливость-то надо было взять тогда. Ладно, сейчас разберемся. Ну, в конце концов, босс все-таки не что-то такое, босс. У тебя хорош, ты не можешь меня слышать оттуда, блядь, мудак. Так, ну-ка, подожди-ка. Револьвер вот сюда положу. Да, давай вот этим зарядим. Просто надо, чтобы оно у меня под рукой было, на самом деле. Чтобы сейчас что в инвентарь быстрее, кажется, закинул. Так, и назад вот это. Этот раз побольше зарез. Причем, я не помню, вообще вот этот-то был гробовых дел мастер Безенчук. Хм. И завтра как игра мне, раз. Че думал? Да ёба. Че думал? Сейчас так слегка с наскоку так хуяк прошел, да? Ха-ха, конечно. Лошара. Лошара ты, лошара Микантара. Так. Блять, да. А ну вон и что оказывается. Блять, вообще оно не тут как-то. О. Лошада Микантара. Голоса детей, возможно, вот это вот имеется в виду, голоса детей. Вот все. А еще подумал, что просто через стенку фонит. А это, оказывается, можно, блять, ослабить босса. Ну-ка. Я думаю, там еще сейчас будет. Я думаю, так. Так, главное не проебать где-нибудь. Я так понимаю, что это, ну, это сейчас, по-моему, не полоска здоровья дерева, да? Или да? Это либо вообще альтернативный какой-то путь убийства босса. Либо это способ его очень сильно ослабить.
хорошо, если так. Но все равно маловато их. Не думаю, что их все найду здесь. Даже, скорее всего, это просто способ его обесцветить. Способ босса немножечко понерфить себе. Ну, сделать хорошо, чтобы у меня здоровье было поменьше, всякое такое вот. А потом идти все-таки там с ним драться, потому что... Внезапно в первой главе я нашел для себя что-то совершенно полностью. Я, кстати, не знаю, была ли эта комната раньше. Мне кажется, что нет, а помещение начнется. Мне кажется, что нет, но я могу ошибаться. Потому что я в эту комнату не заглядывал. Здесь сложность состоит в том, чтобы перебить всех врагов и easy, самому типа еще и выжить. Как не знаю, падать вниз, не падать. Ну, судя по корням вот так вот вниз, тым-тым-тым. Останавливается потихонечку, но... Так, я уже немножечко запутался, где я был, а где я не был. Здесь все равно только по кругу прогуляться можно. Может здесь, если спрыгнуть ачивку куда-то, не знаю. Ладно, пошли. Пошли сюда, опять. I've been waiting for you. Так, окей, все, понятно. Теперь надо идти вот... Там можно, наверное, пока нам пропрыгать, но лучше пойду потихонечку. Потихонечку. Я ножик, короче, оставил в этом в чемодане. А хер мне это сделал. Я что-то на
вставать, я думал про какие-то другие штуки, типа как, чего, куда. Disgusting filth! Что-то с большой череп, интересно. Это похоже на косточку возвращения, да? Но она что-то какая-то здоровая. А, подожди, это типа, может... Блять, я боюсь, сейчас еще просто виндиганы набегут. Ну-ка. Нет? Блять, стремаюсь туда прыгать. Проверяем. Заряжено. Ну, поехали. Что-то сделал. Костичи, типа. Воспользуйся моей силой, чтобы перейти куда-нибудь далеко. Самое сердце этого зла, погоди. Сейчас, подожди, вот он череп, значит, от его вот этой стороны вот сюда, чтобы система какая-то была. Это оттуда, это отсюда. Мне кажется, нельзя все здоровье снести. Я не посмотрел значок, какой был у босса, когда я просто к нему пришел. Потому что если можно было все здоровье его снести, наверное, это был бы пиздец. Так, значит, еще раз смотрим теперь. Допустим, он нас отправит прямо туда, к дереву. Потому что это явно сердце зла, это оно. Так, берем вот это. Туда-сюда, сюда-туда. Тут у меня что? Тут надо поставить коктейль Молотова. Давай, поехали. Thank you.
Да ёпта. Вы ж промахиваться должны. Я должен это проходить. От него же не убежать, не убить его невозможно. Meet the creeper. Ой, блять, серьезно. Сука, у меня патроны же почти кончились. А теперь, чтобы, значит, здоровье, это надо все по новой, да? Ну, чтобы снять вот так вот ему здоровье, это надо все по новой делать, да? С мыслями в инвентаре нож. Где он был в инвентаре? Блять, что за бред? Я смотрел, у меня его не было, блять. Сука, я ж как раз хотел... You have the eyes of a... Дурак, нет. Бля, пиздец, у меня сейчас так жопа горит. Я вверх не понимаю, как это можно по-человечески проходить, блядь. Что он убежать не может, урона никакого ничего не наносишь, блядь. Я... Надо золотыми пулями, наверное, охерачить. Ну, блядь, пока он зарядит серебряные пули. Я думаю, просто нужно мне эта винтовка нужна, хотя какая разница, нужна, не нужна. Че он еще раздает? Точно кислоте, рукопашной атаки врагов промахивается 10%, 30 меньше урона, чем 5 секунд, мы попали из этого оружия. Ну, в принципе. Ну, допустим, так. Чего? Что происходит? А, капслок, что переключился режим? А, господи, понять не могу, что происходит. Прям до индейцев, что ли, хоть дойдем. Хоть что-нибудь у него купим. То есть здесь, понимаете, здесь особо здесь сохранение такое, как это называется, ну, ты умер, то есть, да? И, грубо говоря, началось все по новой. Только, блядь, у тебя ты потратил кучу ресурсов, ты потратил кучу этого. Спасибо.
Yes, then. Ну, только аптечку я могу купить, серебряных пулек немножко. Остальное. Можно, кстати, еще одну сумку купить, но это нахер уже не надо. Не, пульки давайте все у тебя скуплю. А ты зуб у меня купи. Спасибо, мужик. Ладно, пойдем добежим, будем в следующей серии этим заниматься, потому что, ну, уже время. А, кстати, по-моему, если сохраниться, просто выйти и сохранить, потому что сохранить меня, по-моему, в том месте, где я. Потому что прям-то дойдем до туда. Всего хватает, так что... Ну как, не хватает, конечно, нихуя уже. Так, еще раз, значит, что мне нужно? Сюда зарядить, получается. Нет, подожди. Да, походу, надо будет делать вот так, брать револьвер. Потому что по призракам наносит дополнительный урон. Давай вынуть боеприпасы. Так, даже вот обычными он херачит. Весьма здраво. Вот. Из двустволки херачить по этому, по тыщ-тыщ-тыщ. По тыщ-тыщ-тыщ. Можешь, конечно, ходить локацию почистить какую-нибудь, которую я еще не чистил. Ну, за кадром. Здесь, допустим, пробежаться. Еще динамит, но динамит такой себе. Да, этим получается огненный пух-пух. Сколько двустволка, она быстро перезаряжается. Сейчас еще вот эти вот перчатки у меня специальные. Да. А ножик нужно, чтобы сейчас, когда мы пойдем. Давай, пока я. Пока что пистик уберу. Вот просто сейчас ради интереса доходим до первого этого. Ладно, сейчас, давайте еще раз по-быстрому попробуем. Так, пока что... Пока что вот так. Потому что лут-то не восстанавливается. Такое знал, я бы, конечно, патроны так не тратил на них. Так.
можно, в принципе, сразу было пропрыгать, но... Ну, опять же, мне кажется, целиком невозможно все это таким образом одолеть. Серьезно, блядь? Ёбаный рот твой, сука, ебаный! Какого хуя ты с упора, блядь, не умираешь? Блядь, я еще и начал здесь, ну просто охуеть. Да не, ёб твою мать! Ебаная. Че вот я хотел? Монетка есть у меня. Динамит мне не нужен. Ходячий куст, да. Сам ты, блядь, ходячий куст. Все, нахер. Всем пока.